Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Республике Татарстан установили местного жителя, который занимался производством и сбытом немаркированных табачных изделий. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники подразделения экономической безопасности установили, что один из казанских индивидуальных предпринимателей занимался изготовлением кустарным способом и продажей немаркированной табачной продукции в магазинах, расположенных в различных районах города Казани. Оперативники подразделения экономической безопасности обнаружили и изъяли из трех торговых помещений 700 килограмм продукции, образцы которой были направлены на исследование. Следственными органами возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренной частью 6 статьи 171 прим. 1 Уголовного кодекса Российской Федерации. Это производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и нанесение информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации. Оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия по установлению всех обстоятельств противоправной деятельности фигуранта продолжаются. Вот он внизу. Угу. Потом он промывается в раковине. И тут там табака. Соответственно, потом. Вот там, да? Да. Фасуется в упаковку, замораживается, сушится. Секунду. Ага. Вот идет процесс замораживания. Да. Замораживает. Вот идет процесс сушки, да? Да. Сюда, котел. Угу. Заливается глицерин, заливается сахарная патока и все варится. В этом казане. Ну, казане, да, получается? Да. Далее получается пищеварительный, да? Да. Безвредный. Угу. Далее получается, что с нами выходит? Где перемешивается, получается? Перемешивается вот в таких контейнерах пластиковых. Угу. Потом фасуется в упаковку. Ага. Вот. Далее получается как? Потом такие баночки фирменные. Дефатки, да? Готовый продукт есть у вас? Вот это, да? Нет, они пустые. Какие-то. Одна есть. Вот это. Вот и все же.